Раньше, что нам поможет, никто, никому мы не нужны, нахрен.
только купит на ней, там они еще будут вам удобно. Давайте посмотрим. Знаю колонны. На 20 метров продвинуться вперед после того, как будет ответ удален. Останавливай? Бей! Где останавливай? Райфайзен. Ну, Рыклин просил до Райфайзен. Слава Богу, полиция заключенная!
Сталина идет. Победу заложнику Путина! Победу заложнику Путина! Победу заложнику Путина! 10 ложных лет. Это город! Это наш город! Кто здесь вас? Мы здесь вас! Кто здесь вас? Мы здесь вас! Полицейское государство!
руки и повернем не налево, а вот в ту сторону. Там у нас Кремль, и там все, что нужно. Я надеюсь, когда-нибудь у нас на это хватит сил. Там Лубянка, Кремль и прочее. Только пойдет ее воскресе, и все пойдет по плану. Хороший был вождь, а все другие остальные такое дерьмо, а все другие они такие дураки. Ну и ты сыпатый снег шел, я купил журнал Корея, там тоже хорошо, там товарищ Киверсен, там тоже что у нас. Большая часть власти после этого говорят, да какие же это политзаключенные? У кого
кого-то нашли якобы наркотики, потому что их тут же подкинули. Кого-то обвиняют за грабеж. Наш товарищ Сахнин был вынужден покинуть страну из-за этого. Самые разные и самые смехотворные обвинения. Мы не должны оставлять это дело на самотек. Сегодня нас было мало. Я понимаю, почему. У меня самого довольно много разногласий, как вы знаете, там, с нашими либеральными коллегами, с другими. Сегодня многие разжигают ксенофобию, ненависть, но в одном мы едины. В том, что политзаключенные должны быть на свободе. И мы внесли с коллегами-коммунистами закон в Государственную Думу об амнистии. Я ездил на Валдай и добился того, чтобы президент сказал, да, мы будем это рассматривать. Сейчас идет драка за то, какой будет эта амнистия. Ее пытаются выхолостить, пытаются, чтобы наши товарищи не попали. Некоторые говорят, ну вот ладно, те, кто сейчас, которые видят, что все попадут, а вот там удальцов и так далее, это государственная измена, придумывают каких-то гиритаргамадзе и прочих, говорят, этих мы не отпустим. Поэтому очень важно, чтобы на каждую акцию мы все равно выходили все вместе. Вот с этим самым лозунгом. Свободу полить заключенных. Давайте еще раз это скажем. Свободу полить заключенных! Come on everybody! Clap your hands! Oh, you're looking good, Шири Круг! I'm gonna sing my song! It won't take long! I'm gonna do the twist and it goes like this! Come on, let's twist again! Like we did last summer! Yeah, let's twist again! Like we did last year! Do you remember when things were really humming? Yeah! Танцуют все бам-па-да-пам. Who is one of them? Is it a boy? No! Is it a player? No! Is it a twister? Yeah! Twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Yeah, let's twist again, twist in Thomas Gee. Слава нынешним героям и героям поколения. Бой идет молодое племя. С нами Данте Алигьери, там, где правили тираны. Вновь поступит возрождение. Где царило запустенье, будут вновь цвести сады. Джовинетса, Джовинетса, Примавера ди беллетса. Thank you.
Ha 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 ha.